Родители сынов своих достойных, здравствуйте! Я хочу показать вам, как прекрасна поляна Карельской заставы, как она ушла в зиму и ждет лето 2022 года и ваших парней, чтобы они вновь приехали на новые испытания тела и духа. Осень, тишь, благодать, все прибрано, уложено, ждет лето 2022 года. Вы посмотрите, как прекрасна эта поляна. Каждый раз, приходя из своего поместья, а тут буквально 100 метров, я наслаждаюсь этим местом и удивляюсь, какое бы чудесное здесь могло быть родовое поместье. Но здесь Карельская застава. Хочу еще раз поблагодарить тех, кто помог деньгами, живыми, на постройку этого нового лагеря. Еще хочу поблагодарить добровольцев, которые приезжали и помогали этот лагерь строить. Мы уложились в 120 тысяч рублей и в 40 рабочих дней. Одному мне бы это не осилить, у парней не было бы этого лагеря. На следующее лето у меня снова грандиозные задумки. Прежние заставы мы проводили на берегу Онежского озера и строили там также и лагерь для родителей. Этим летом лагеря для родителей я построить не успел, но следующим очень хочу. Вы посмотрите, какие виды, деревенские пейзажи, поля, леса, вот эти дороги, уходящие вдаль. Здесь можно построить прекрасный тоже навес для родителей, прекрасную баню. Вот здесь вот построить пирс, сход на воду и купаться. Баню можно топить хоть каждый день. У нас отличный повар, он обеспечит трехразовым вегетарианским питанием. Пусть у парней будут испытания тела и духа, а у вас пусть будет отдых для души и тела. Есть и лодка, можно порыбачить. Вечерком на костре можно сварить уху или что вы любите. Посидеть у костра и попеть песни. А еще есть задумка провести две смены заставы. Не только 1-11 августа, но и в начале лета. Ждем вас и ваших сыновей.